이유를 막론하고 퍼시프타임은 села. Но я надеюсь, что вы еще не спите. Пропал Александр Пушкин, старший ассистент по контролю качества биотехники. Руководство компании будет благодарно за любую информацию о его местонахождении. Желает вам получить свою благодарность сертификатом количеством евро-долларов. С вами Стэн! Солнце село. Но я надеюсь, что вы еще не спите. Давай не будем тянуть. Покажи, что у тебя есть. Пожалуйста. Наверняка найдется что-то по вкусу.
Мне кое-что нужно. Кое-что? Выкладывай, чего мнешься? Давно в этом бизнесе? Погоди, вспомню. Да лет уж 10. Начинал в Пасифике и вот дорос до клиники в сердце Найт-Сити. Респект. Спасибо. Ты это не волнуйся, я свое дело знаю. Могу череп титаном выложить, вообще, без болевых ощущений. Я могу рассчитывать на конфиденциальность? У меня есть нестандартные импланты, которые не вполне мои. Понял тебя, сынок. Обещаю, буду нем как могила. Я хочу прикупить новый хром. Окей. Что интересует?
Погнали. Ладно, держись, я тебе спуску не дам. Черт, я... Заткнись, пендехо. Отдавай ключи и быстро домой. Вот, держи. Береги ее. Оставь себе деньги. И тачку тоже. Я у тебя ничего не возьму. Ты что, серьезно? А я похож на шутника? Я это... Блин, я не знаю, как тебя благодарить. Просто не потеряй то, что у тебя осталось. Приложу все усилия. Оф. Вроде обошлось, да? Угу. Везет ведь всяким пендехос. Как назовем малыша? Давай как-нибудь Нави? Он ему пол лица раздал. Да что тебе,
Йоу, есть для тебя заказ. Корпораты зовут такое ликвидацией человеческих ресурсов. То есть, кое-кому надо уйти. Оплата привлекательная, но это и понятно. Твоя цель из животных. Почитай письмо с подробностями. Куда лезешь, тля? За вход платить положено. А что тут у вас? Раз ты спрашиваешь, значит, тебе здесь не место. А ну прочь с дороги. Чё? Думаешь, я тебя пропущу, потому что ты такой борзый? Я не думаю. Я знаю. Шаг в сторону, быстро. Окей. Иди, раз не имется. А тебе что надо? Это ведь бойцовский клуб? Нет, экстренная стоматология. Так что проваливай, если не хочешь зубы собирать. У меня назначен бой. У тебя? Интересно. Что тебе интересно? Интересно, что от тебя останется. А тебе ну, чё надо? Кто на очереди? Есть? Желающие. У меня тут бой назначен. Да ну, а я тебя впервые вижу. Что, свежее мясо? Ну, можно и так. Ну, тогда будь осторожнее. Здесь чужаков не любят. Не так посмотришь и уползать будешь на перебитых ножках. Но, если победишь меня, сведу с полезными ребятами. Они и снарягой поделятся, и тренер на тебя посмотрит, ну все такое. Спасибо, это круто. Сказала бы, пожалуйста, но сначала тебе надо меня победить. Имей в виду, я не проиграла ни одного боя. А скажи мне, кто в клубе главный? Логан Гарсия. Раньше считался лучшим боксером в Найт-Сити, а может и вообще во всех штатах. О, как ты его расхваливаешь. А ты посмотри на него на ринге, сразу поймешь. А что, этот бой будет не на деньги? Не, от денег в спорте одни проблемы. Ни к чему их вмешивать. Я сюда хожу только драться. Не проиграла ни одного боя? Ну, все когда-то бывает в первый раз. Ха! Не хочу расстраивать, но даже не надейся. Пошли. У тебя есть импланты, сенсорные фильтры, роторы, усилители? Вот сейчас и узнаешь. Твоя правда. Ну что, начнем? Да, начнем. Удачи! Она тебе понадобится. Да.
Тише? Тише тебе, значит? Это ты... Ты прости меня. Не умеешь проигрывать, это я понял. Ага, и я не собираюсь учиться. Слушай, давай на сегодня закончим. Скажу ребятам, чтоб тебя не беспокоили. Будь как дома. Эй, ты только особо не выделывайся, а то я за себя не отвечаю. Неловко? Видать, ты его не знаешь. Никакого случая, он парню череп нарочно положил. Как тебе на себя не заступает? Thank you.
Проверить, что там. Это Мартин Полман, обычный житель Найтини, который... Так, Мартин, как ты опишешь свою ситуацию? Какая трагедия, Мартин! Несчастный случай? Чё, пора? Уже?
Сейчас-то я лично тебе расскажу!